Поп-певица Сиара беременна. Впервые об этом стало известно на ток-шоу The View. А сегодня певица опубликовала в Instagram фото, на котором выпирающий животик она уже не прячет. Отцом ребенка станет жених певицы рэпер Future. Напомним, в октябре прошлого года исполнитель сделал свои возлюбленные предложения, преподнеся ей внушительных размеров кольцо. Дата свадьбы еще не назначена, но, скорее всего, пара дождется родов и лишь потом узаконит свои отношения. В схожей ситуации находятся Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис. Их свадьба была намечена на весну, однако недавно актриса узнала, что в мае станет матерью, и теперь церемония, скорее всего, перенесется на более поздний срок. Оливия, замеченная в своем интересном положении на церемонии вручения Золотого Глобуса, уже узнала пол ребенка. Первенцем Уайлд из Судейкиса станет мальчик. Сама актриса по поводу телесных перемен даже иронизирует, отмечая, что до этого у нее никогда не было груди. О свадьбе заговорили и в футболе. После церемонии вручения Золотого Мяча в кулуарах начали говорить о том, что Криштиану Роналду тайно женился на своей возлюбленной Ирине Шейк. Стоит отметить, что в СМИ уже несколько раз говорили о том, что пара вступила в брак, но ни Криш, ни Ирина эту информацию не подтверждали. Более того, уже несколько лет ходят слухи о нетрадиционной ориентации футболиста. Сплетни появились после рождения сына Роналду, которого родила суррогатная мать.